Мне очень много лет, и я знаю, что такое фашизм и что такое геноцид. Я лично испытал это все на себе. «Мы за мир без нацизма» – такое название получила патриотическая акция в Голицыно. Депутаты, общественники и ветераны войны поговорили со студентами о специальной операции российской армии на Украине, о событиях в мире и стране. Сегодня у нас будут участвовать ветераны различных боевых действий. Вот они тоже расскажут детям о своих впечатлениях, что такое нацизм, что такое проявление нацизма в современном мире. Наши ребята должны понимать, что вот Инстаграмы отключают не просто так. И что вот это происходит, это такие мелкие мелочи по сравнению со страшным лицом нацизма. Много дезинформации на просторах интернета сегодня. Особенно восприимчивый контингент – молодежь и подростки. Задача взрослых – помочь им разобраться в большом потоке информации и научить ее анализировать. Наверное, труднее всего для восприятия это наша молодежь, современная молодежь, да, которая 18, 19, до 30 лет, как определяет статистика, в основном 16. И, конечно, нужны вот именно такие встречи, которые мы сегодня предполагаем пообсуждать, да, как молодежь понимает. Участники встречи поделились с молодым поколением всем своим опытом. Еще одна важная цель акции – поддержать российских военнослужащих. Сейчас они очень нуждаются в поддержке соотечественников. Эмилия Аркелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».